Бандеровские прихвостни. Губернатор РФ обозвала СМИ. СМИ критиковали ее за недостроенную школу. В России губернатор Владимирской области Светлана Орлова назвала местные независимые издания бандеровскими прихвостнями, иностранными агентами и сплетницами. Как сообщает интернет-издание про Владимир, таким образом Орлова прокомментировала публикации в прессе о затянувшемся строительстве школы. Руководитель комитета общественных связей в свою очередь назвала независимые СМИ информационными сконсами, деятельность которых направлена на психологическую дестабилизацию власти. В сентябре президент России Владимир Путин сказал Орловой, что получил много жалоб на ее работу и поручил ей достроить школу к концу года. Строительство школы затягивалось из-за того, что власти Владимира не могли расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком и найти компанию, которая достроит объект за 4 месяца. Напомним, ранее Жириновский с сыном попали в скандал вокруг детей-инвалидов. По материалам сайта newsgro.com.